Я в Цирюпинске. Едем по Цирюпинску. Ничего вообще не изменилось. Как был он 20 лет назад, такой остался. Наверное, только что памятник Ленину снесли, да? Да. И все. А так дороги те же, дома те же, люди те же, заботы те же, проблемы те же. Больше ничего. Ну, мэр Цирюпинска молодой сейчас этот. Вот тут памятник. Воинам, что ли, венки возложили?